Случай. Ну что, ты идешь? Да, уже. А где в Бичевского одежду, чтоб краска не испачкать? Ясен хуй. Сейчас все будет. Вон он идет, кроссовки Бичевские. Чтобы не испачкать краской. Мощный. Актер? Ты взял бичевские кроссовки? Бичевские взял. В общем, мы переоделись, мы подготовились. Наша задача сейчас найти практически в центре города, где до хрена машин проезжает, самую разбитую дорогу. То есть мы сейчас будем искать эти ямки и нумеровать. Сколько будем ямок нумеровать? Ну, примерно. Штук 30-50 в районе этого. Штук 30-50. Наша задача на сегодняшний день баллончиками с краской пронумеровать от 30 до 50 ям. Получится, не получится, мы не знаем, ребят, мы отвечаем, мы импровизируем, мы к этому не готовились. Поехали. Покажи. Хватит? Надеюсь. Смотри в камеру, Данилу идти в армию через пару дней, и он, в общем, новую специальность получает. Специальность маляра. Дороги будем красить. Будем красить дороги. Еще никто этого не делал. Мы первые. Нормально вроде. Ну, пока бесплатно, но нужно учиться. Практика. Ну что, откуда начнем? Начнем, наверное, с Петровки. Поехали, в общем, на Петровку. Там сказали, что дорога просто жесть. Ребят, мы проехали на Петровку. На удивление, там залатали дорогу. Ну как залатали? Она вся вот такая вот бугристая, как стиральная доска. И мы сразу поехали на пересечение. Кто знает, в шахтах этот район, 20 лет РКК. Здесь просто, сука, жесть. В одну сторону, в другую. Сейчас мы вам будем показывать кадры, когда будем здесь нумеровать ямы. Походу у нас закончится вся краска. Мы взяли 3 баллончика, и нам ее не хватит. Мы поедем покупать еще. Ладно, что, Дань, поехали? Помчали. Москва, посмотрите, как люди живут в провинциальных городишках. А? Это ровная поверхность асфальта. Вот, видите? Вот, на седане не проедешь. Ребят, очень жарко, мы не видеографы, мы не знаем, какой ракурс брать, чтобы было видно ямы, потому что вживую они реально просто глубоченные. Если видео передает,
всю жесть. Это тогда классно, тогда успех. Если нет, поверьте мне на слово. Ямы здесь охереть какие. Скажи, сколько мы ям примерно не обвели? Вот, ну, мы нарисовали цифру 50. Ну, ям 20 точно, 30 не обвели. А ты просто посмотри, что дальше происходит. Дальше происходит еще такая же жесть. На одной улице ям 100, если не больше. Ребят, мы мокрые, нам жарко. Просто вот мне жаль тратить деньги на краску, просто потому что ее не хватит. Здесь такая просто жесть происходит. Вы бы это все видели вживую, не на камере. Да столько реально краски не накупишься. Мы решили просто уехать отсюда, хотя бы захватить еще какой-нибудь кусок дороги, а то скажете, ой, это у вас в городе только лишь в одном месте так плохо. Нет, ни хрена подобного. У нас остался один баллончик. Сейчас по пути докупим еще один. Все, ребят, мы едем дальше. Ну что, Даня? Заезжаем в наше райское место. Начинаем. Ребят, в общем, у нас на районе практически везде такие отрезки с таким дорожным покрытием. Ну, то есть просто колдоебины. Мы не будем выдумывать здесь уже нумеровать, а решили просто вначале перед этим препятствием написать. Ну, вы сейчас увидите. Это предупреждающий знак. Даня, вот смотри, мы устали, жарко. Как ты думаешь, это стоило того, фильм нормально получится? Ролик? Мне кажется, да. Говори громче. Мне кажется, да. А мне кажется, нихера не получится. Потому что вообще не видно на видео, реально, вот когда мы пересматривали, на видео не видно, как ямы. На какой они глубины и насколько они острые. Почему-то. Главное, чтобы смысл был. Смысл, да, смысл есть, ребят. В общем, ребят, мы это сделали не для того, чтобы там поймать какой-то хайп или прославиться за счет видео, где мы красим ямы. Нет, мы просто хотим, чтобы был порядок, блядь. И мы решили показать, какой беспорядок в регионах. Поэтому Москва, смотри. Gucci.